Объявляется перерыв до вынесения вердикта присяжными заседателями. Минут за 20 решить, но в общем все просто. Все условия. Прошу вас. Голосуем за то, что подсудимый виновен. Да. Прошу поднять руки. Да. Кто за то, что невиновен? Прошу поднять руку. Против обвинения. Я понимаю, человеку грозит пожизненный срок. Ну не разводите здесь самодеятельно! Потому что он тупой, необразованный дикарь, он, который вчера с ветки спрыгнул. Если он не убивал, какая разница, как он говорит по-русски?